Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Lada Priora, 2013 год. Заменим на этом автомобиле мы опорные чашки вместе с подшипниками на передних стойках. Как и у большинства Prior, это болезнь у них. Они начинают хрустеть и трещать при повороте. Поставим мы фирмы Triale. Для этого мы сейчас откручиваем колеса, снимаем передние, ослабляем вот эти верхние гайки и откручиваем саму стойку с этой стороны и с этой стороны. Снимаем колеса. Колеса я снял. Для того, чтобы нам снять стойку, нам надо будет открутить два вот этих крепления, верхний и нижний болт крепления стойки к цапфе, и открутить рулевую тягу с одной стороны и также с другой стороны, и сможем уже тогда вытащить целиком стойку. Также нам надо будет снять шланг тормозной с корпуса стойки. Здесь он снимается просто вот таким образом, стягивается, стоит на резинке, поэтому никаких сложностей не составляет. Откручиваем. Верхняя гайка у нас здесь на 22. Просто ее ослабляем. Три вот этих гаечки. Эти гаечки у нас на 13. И также ослабляем с другой стороны. Сразу будем снимать две стойки. Сейчас мы снимаем здесь с рулевого наконечника шплинт. Он еще зашплинтован. Обычный шплинт, как старого образца. Вытащили шплинт и ослабляем гайку. Гайка здесь на 17. Нет, гаечка здесь на 19. Вон, резьбы помазаны, даже видно, и откручивается все легко. Ослабляем эти оба болта. И берем. В принципе, здесь можно молотком. Давайте молотком попробуем. Молотком не хочет. Возьмем съемник. Только сказал, съемник возьмем. Она зашевелилась сама, поэтому съемник не понадобился. Так, ну вот мы, получается, от рулевой тяги откинули. Теперь снимаем вот этих два болта вместе, откручиваем гайки и вытаскиваем болты. Вот, открутил обе гайки.
верхняя гайка у нас эксцентрик здесь, я ее с этой стороны пометил на болту и на стойке. Потом точно так же поставлю, хотя опоры мы будем менять, развал надо будет проверять. Потихонечку выбиваем болты, чтобы не расклепать. Оба болта сняли. Теперь откручиваем сверху три гайки. Откручиваем вот эти. Я уже их заранее ослабил. Три гаечки. Стойка внизу у нас еще с цапфы не снята, поэтому она не отваливается. А так, если уже сняли бы с цапфы, ее надо было бы придерживать. Потому что иначе бы она упала вниз. Все, гайки мы сняли. Теперь мы придерживаем стойку и отводим ее от цапфы. Все, вот она, наша стойка. Получается, вот она опора. Ну, в руку чувствую, а передать не могу. При повороте хруст идет. Этот хруст на кузов передается, и при повороте руля такой звук, как это. Хотя на машине стоит электроусилитель. Сейчас берем стяжки, стягиваем пружины и откручиваем верхнюю гайку. Вот, стянул я вот такими стяжечками стойку. Стяжки ставятся параллельно. По шайбе видно, у нас гайка ослабла. Теперь мы снимаем вот эту, откручиваем полностью гайку. Снимаем шайбу, и вот теперь мы можем снять опору. Опору новую мы будем использовать фирмы Триали, номер ее SA-503. Сразу идет уже с подшипником, тоже все установлено. Подшипник вот так вот. Здесь она идет, что удобно, она идет чуть шире. Видите, здесь уже кромка. И вот эта кромка не перекрывает полностью диаметр отверстия в стакане. Грязь, вот по этой стороне видно, грязь залетает наверх из колесной арки. Все, снимаем мы нашу стойку, чашку со стойки. Она еще и закиснуть успела.
По штоку бить не будем, потому что шток бить нельзя. А вот чашку надо сбивать. Ладно, сейчас собьем. Ну что, пришлось заливать ВДшкой, как видно. Ставил шестигранник сюда и крутил, чашку держал, начал крутить. Туда-сюда дергал-дергал, пошла. Не видел, чтобы еще чашка на этом месте приржавела. Подшипник. А, подшипник здесь вообще умер. Вот он. Весь развалился. Посмотрим, что у нас в триале, как будет ходить. Потому что вазовский хватает ненадолго и разваливается быстро. Сейчас чистим шток от ржавчины. Смажем его. И будем собирать. Ну все, вот шток почистил. Смазываем его литолом. Чтоб ему больше не хотелось ржаветь. Ставим шайбу. Ставим пружину. Ставим чашку. Ставим подшипник. И ставим опору. Все, стойку мы наживили. Смотрим, что внизу у нас пружина стояла на своем месте. Стоит на своем. И все, можно опору закручивать. Сейчас мы ее затягиваем. Держать за шток ничем нельзя. Шток неприкосновенный. Поэтому держим только шестигранником. Есть для этого специальные съемники. Получается наружные ключи и это. Но так как у меня накидной, я держу шестигранником. Шестигранник здесь на 6. И кручу ключом. Выглядит это так. Все, и затягиваем. Дальше мы уже подтянем, когда установим на автомобиль. Снимаем стяжки. Все, стяжки мы сняли. Теперь мы заводим стойку снизу вверх. Вверху мы попали в эти отверстия для чашки, придерживаем и наживляем.
Заводим снизу стойку. Смотрите, чтобы вот эти шпильки совпали здесь с отверстиями. Вот так вот. Одеваем шайбу и наживляем. После этого уже также наживляем две остальных. Протягиваем. Теперь закручиваем снизу. Болты я смазал литолом. Берем, заводим цапфу в стойку. Выравниваем ее отверткой. И заводим болт. Правда, болт у нас здесь спереди заходит. Так, верхний болт я тоже смазал. И закручиваем. Нижний у нас получается без шайбы, а эксцентрик у нас получается с шайбой. Затягиваем оба этих болта. Вот все, эти оба болта мы затянули. Ставим сразу на место тормозной шланг. И ставим на место рулевую тягу. Наконечник. Также резьбу смажем литольчиком. И затягиваем. Сильно до безобразия не тяните, только чтобы совместить отверстие под шплинт. Все. Опору передней стойки мы заменили. Аналогичным образом мы меняем вторую сторону. Здесь ставим колесо. Правая сторона у нас готова. Всего вам доброго!